Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы с вами попробуем новинку от компании Oriflame. Это маска Detox, двухшаговая. У нее первый шаг делает разогревание, как сауну кожи, а вторая дает охлаждающий эффект. И эта маска должна хорошо почистить поры. И мы сейчас попробуем, как она будет работать. В каждой масочке, их тут две, как я уже сказала, по 6 миллилитров. Это достаточно много. Как я буду делать? Семья большая, все попробуют. Я отрежу уголочек от первой маски, пока нужна только она мне, и небольшое количество маски выдавлю себе на руку по литру. Ой, даже много. Ну пусть будет много. Я думаю, толстый слой еще никому не повредил. Беру специальную лопаточку силиконовую для нанесения масок. Я ее помыла. И прям ей аккуратненько буду наносить маску. Ой, волосы не заколола. Ну ладно, сейчас заколю. На половинку лица. Я предварительно смыла все гелем для очищения кожи, гель-тоником Novage. И вот такой лопаточкой. Ой, сразу так тепло пошло. Наношу маску. Ее нужно носить подальше от глаз, то есть мы не наносим ее на зону вокруг глаз, отступаем кожу, потому что вокруг глаз совсем другая, и мы ее бережем. Я хочу попробовать небольшой кусочек сделать, чтобы вы наглядно посмотрели, как маска работает. Вы будете видеть другую сторону, которая не обработанная, какие поры, как все запущено. Шучу, конечно, ничего не запущено, потому что я маски делаю регулярно. Вот, нанесу вот на Т-зону, ну лоб не буду трогать, там челка, вот так вот как раз мне хватило на толстенький слой. Нанесла, и теперь нужно 2 минутки помассировать, то есть вот этот вот слой первый 2 минутки массируем. Сейчас я засеку время. Угу. Пару минуток нужно поделать массажик. Маска тепленькая, я вот прям чувствую, в коже тепло такое пошло. Массируем также по массажным линиям, все делаем. Если помните, как массажная линия устроена, для вас это проблем не составит. Если не помните, то всегда от середины мы двигаемся чуть вверх. То есть запомните это просто. От середины подбородка мы двигаемся к мочке уха, от крыла носа мы двигаемся к виску, носик мы двигаемся аккуратненько сверху вниз, крылья носа прорабатываем хорошо. Вот я не могу сказать, что у меня прям такой пожар на коже, нет, вот реально просто тепло и хорошо, потому что если сравнивать с маской сауны из серии Swedish Spa, то там я прям чувствую огонь, когда я только наношу, то просто так вау, волна захватывает, такая горячая. Вот 2 минутки массаж, и на 3 минуты эту теплую маску мы оставляем, и потом ее нужно тщательно смыть. Еще чуть-чуть помассирую. Так приятно, кстати, она очень гладенькая, такая маска жирненькая, и легко пальчик скользит по ней, не доставляя никаких дискомфортов. Все очень даже хорошо. Так, классно. Все, оставлю так, и через 3 минутки будем масочку смывать. Итак, прошло 3 минуты, суммарно получилось 5. 2 минутки я делала массаж, и 3 минутки у меня маска полежала. Жара я не чувствую, уже все как бы спало, то есть острых ярких ощущений у меня кожа не переживает. И я возьму такую специальную губку для снятия масок и для умывания, мне она очень нравится, она просто круто смывает все маски, особенно которые такие плотные, маски с глиной. То есть я беру влажную губочку и аккуратненько убираю маску и смотрю, что у меня с кожей. Смываю. Розовенькая. Да, вы видите, кожа розовенькая такая, приятная.
если сравнивать с этой. Но это нормально. Во-первых, я делала массаж 2 минуты, маска теплая, согревающая, естественно, она работает, маска, как ни крути, да, все равно что-то, да, происходит однозначно, когда мы делаем маски. Все, протерла. И теперь я беру вторую часть, та, которая у нас охлаждающая, и ее нужно держать 10 минут. Я также отрезаю уголочек маски, выдавливаю небольшое количество себе на руку и посмотрим, какой будет у нее холодок. Ее уже массировать не нужно, то есть выдавила, очень удобно, кстати. Беру ту же лопаточку, она у меня уже чистенькая, я ее помыла, и лопаточкой наношу маску на обработанную зону, то есть которая уже предварительно была прогрета. Сейчас нанесу аккуратненько, мне нужно зеркало для этого. Да, разница чувствуется, она реально как из холодильника, холодная, хотя у нас дома, ну, тепло, не прохладно. Наношу холодную маску и оставляю на 10 минуток. Вообще я люблю такие эксперименты с масками, чтобы разные ощущения были. Мне надоедает одна и та же маска, поэтому я за неделю могу сделать 3-4 разных маски. Я, в общем-то, я не ленюсь это делать, потому что эффект от масок очень мне нравится, кожа просто значительно улучшается. Так, все нанесла, оставляю на 10 минут и скоро к вам вернусь. Итак, 10 минут пролетели. У меня такое ощущение, оно двоякое. То ли кожа горит, то ли ей так холодно, как в морозилке. То есть идет какое-то легкое покалывание, и я ее на протяжении всего времени, эту маску, чувствую. Ну, скорее всего, это прям холодок-холодок. Итак, что же это за маска такая хитрая? Плоды тихоокеанского фрукта нони, они обладают антиоксидантным и отшелушивающим свойством, ухаживают за кожей благодаря высоким содержаниям сахаров, жирных кислот и витаминов. А натуральный каолин, он, как правило, очищает поры, снижает выработку жира излишнего, убирает этот блеск и активные впитывающие свойства. Итак, маска у нас должна быть очень ухаживающая и крутая. Давайте смывать и посмотрим, какой эффект будет на коже, потому что в первую очередь, конечно, не то, что написано, а то, что кожа скажет. Для меня это как-то всегда более важно. Что хочу сказать, маска не высохла, то есть видите, она такая же осталась кремообразная, где слой был недостаточно толстый, она впиталась и стала не такая уж и, так скажем, кремовая, да, ну то есть как любой крем впитывается, да, и маска немножечко подсохла за 10 минут. Так, я ее всю стерла. Смотрите, как классно этим спонжем удалять маску. Смотрю в зеркало и на вас, заодно вам будет лучше видно. Так, какие впечатления у меня сейчас? Я еще досмою до конца. Зеркало возьму поближе. Ой, ну мне вот кайф просто. Кто-то недавно спрашивал, как сузить поры. Вот тут однозначно видно, какие тут поры широкие и какие они тут стали менее заметные. По ощущениям, сейчас протру кожу, чтобы понять, как она. Все время сравнивать нужно. И я когда что-то новенькое получаю, я никогда не использую сразу на весь объем. Например, если это для волос, то я делаю на одной половинке. Если это для лица, то тоже на одной половинке. Очень гладко, очень чисто. Ну, поры, видно, что они меньше. У меня до сих пор холодок. Просто это так чувствуется сильно. Кожа гладенькая, розовенькая, чистенькая. В общем-то, мне маска понравилась. Единственное, что, конечно, это вот время, то, что нужно одну нанести, смыть, вторую нанести, смыть. Но кто любит вот так за собой тщательно ухаживать, кому нравятся эксперименты, конечно, эта маска будет просто в кайф. Негативных ощущений ноль. То есть мне все комфортно, мне все очень хорошо, гладенько, так чистенько. Разницу я вижу, надеюсь, вам тоже на камеру эта разница будет передана. И что я хочу сказать, что такую маску
надо иметь, да, для разнообразия. Во-первых, кожа любит, чтобы все время было что-то разное, какое-то разнообразие. Так, первый этап — согрели, раскрыли поры, второй этап — охладили и вытащили из пор все ненужное, напитали, почистили, и все процессы жизненные, да, усилили, сделали кожу еще лучше, еще краше, еще моложе. Итак, маска супер, всем рекомендую, пользуйтесь с удовольствием и пишите свои отзывы, если маску уже попробовали, прямо под видео в комментариях. Будет приятно обменяться опытом, потому что кожа у всех разная, и кому-то хорошо. Если вы заметили, у меня кожа, в общем-то, очень редко реагирует негативно на что-то, даже на какую-то другую продукцию. У меня, в принципе, аллергия была всего лишь два раза в жизни, ну, я думаю, это немного, и действительно была причина для этого. Интересно ваше мнение, ваше впечатление, потому что многие спрашивают, а как, а что, и можно будет уже более точную дать рекомендацию, потому что не всем однозначно этот продукт будет классно, да, кому-то будет очень хорошо, кому-то не очень. Так, спасибо за внимание, то что-то я заболталась. До новых встреч, всего вам доброго, пока-пока, отличного дня.